они и так чуть летом подсобрали сейчас. То есть это совсем другая команда, чем которая была весной, хотя у нас и весной были сложности с ними. Поэтому где-то, может быть, спокойно, размеренно первые минуты. Просто вот надо под себя забрать инициативу и дальше уже потихоньку набирать обороты, лезть. Вратаря напрягаете, вратарь очень уверенно ногами играет, поэтому нападающий всегда идет до конца в вратаря. Даже замахи читайте, ждите, потому что это можно, ну, можно подкараулить. У нас состав Паши начинает. Надеюсь, что он не подойдет ко мне минут через пять и не скажет, что будет играть Леха. Серега центральный защитник, Петя справа в защите, Прохор слева в защите, Глеб в опоре, выше у нас слева Струн, справа Вадик и Кока нападение начинает. Здорово, а ты же ничего? Что случилось? Пропал голос. Как так? А? Как так? Ну, так вот переживаешь за вас, орешь. Даже когда тихо себя ведешь. Кошмар, в общем. Давно такого ощущения противного не было. У меня голос вообще редко подводит, но тут проснулся, а он ушел. Как с любимым человеком расстался. А мы сегодня играем с командой M&F. Всегда была жилистая команда, сейчас не знаю. Сейчас все очень быстро меняется, потому что в каких-то командах не остается денег, в каких-то командах не остается надежд. Но мы, наверное, всегда были жилистой командой. Правда, они хотели принести сегодняшнюю игру. Но мы уже 2 года говорим заранее, при начале чемпионата, что агрессии матчей переносить некуда. Мы будем играть, если вы... И нам тоже переносить ничего не нужно. Чемпионат на финише. Осталось сыграть очень немного игр. Мы на чистом 3-м месте. И если мы не будем пускать осечек, то мы вполне можем побороться за 2-е место. А за чемпионство уже все. Хотя будущего чемпиона мы обыграли в единственном матче пока Интер. Вот посмотрим, что сегодня ребята покажут. В принципе, целые сутки прошли, даже больше, с матча медиалиги. Вот раз мы играли в пятницу, сыграли крайне неудачно. Вот. Надо сегодня отмазываться. В собственных глазах, в первую очередь. Главное, очки терять нельзя. Голос можно, а очки нельзя. Когда парень чуть-чуть остался. Тоже бери его. Я все сказал. Да что говорить после такой игры? Давайте забудем и просто у нас другой турнир. Осталось пару туров. Нам нужно брать максимум очков. Давайте, давайте. Я вот думаю, может быть, сейчас поговорить про игру, потом в понедельник попросить народного артиста Назарова, друга моего старого, приехать и озвучить поверх, как американский фильм. Начали довольно мы робко, но на самом деле эта игра для нас должна быть долгой, потому что МНФ, я напомню, они говорили, что могут не собраться и просили перенос. Но не действительно, я вижу максимум 2 человека на бровке. Это означает, что в процессе замен, в процессе игры они, скорее всего, подустанут. И у нас появятся новые шансы. Давай, Витя. Эй, что, парни, давай. Ну вот и 1-0. Я вот все время, ну, конечно, у меня была идеальная позиция, просто по оси момент смотрел. Я все время удивляюсь, как можно в таких очевидных случаях спорить. Ну, правда, я, в общем, футболист, может, поэтому не спорить надо всегда.
еще нормальные погодные условия. Мы там в град играли. В град? Или это дождик с ним? Бонусный мяч вон лежит, кстати, если что. Красного. Ну, прям скажем, мне не очень нравится это барство. Могли бы быть и по царю стремления в первом тайме. Моментов-то тоже немного. Все по плану идет. Играют те, кто посвежее, вместе с теми, кто посильнее. Все нормально, хорошая комбинация. Антохе удается врататься. Опоздали на секунду, я пытался крикнуть «Да!». Мы забили второй мяч, пошел дождь. А кров уже был. Можно и снегу. Ты понял, да? Снег круче, чем град. Так, начало второго тайма будет сейчас ключевым. Да? А видите, заряжены, бьются, стыки идут, судья отвертый не всегда свистит, но мы на это реагируем и так далее. Поэтому сейчас, как мы начнем, так мы второй тайм и закончим. Мы можем себе сейчас придумать приключения, учитывая погоду. Мы можем спокойно все довести. А вот еще 20 минут назад, когда можно было сказать, что с погодой повезло. Ничего подобного. Эти хвастаться, что играли в град, сейчас ну, нормально все перемешка. Господи, боже мой. Остался просто дождь. Thank you.
Хорош, серый. Ёпта, у него, блядь, 4 гола в сезоне, 4 ногой, блядь. Самая лучшая замена, это которую они сделали. Матчи для меня одно удовольствие. И борьба есть, как при этом по счету все складывается, пока уверенно. Если как раз уже раскручивали здесь около ворот настоящую такую крестьянскую карусель, и Серега Ковалев в конце концов забил. Но вообще, если честно, я надеюсь, что я правильно засек время, и времени остается мало, потому что иначе я не успею. Просто физически не смогу ничего искать по поводу победы. А остатки голоса рвутся за основными силами куда-то вдаль. Они весь матч орали, то, что вот это типа левый пенальти. Ну, типа, да, ну там реально чистейший был. Я просто не понимаю, когда, ну реально, прям если совсем чистый пенальти, зачем об этом говорить? Ну ладно, 3-0, все. Сидел какой-то в парикмахерской, знаешь, тебе пацан. А, это да, да, да. Что, нас слышали? Ребят, я не могу разговаривать. Что, обычно могу, когда вот вы хуячите бусами о полосе. Я не могу. Дайте мне с тренером поговорить. Что надо сделать? Ветренировка. Понятно, он вратарь был, он долбоёб. Это он мне, не на тебе, на мне. Так, ну что, у нас на следующей неделе две тренировки и изумруд. Изумруд. Бахну сами хочешь быть. Значит, на следующей неделе мы будем знать, мы боремся за второе место или не боремся. Или придется под угрозой расформирования заставить тебя гости Москвы обыграть забытых. Трансферная окно когда открывается. За результат. Я еще и обратно в аренду. Ты же в аренде из-за Игреса. Да, я в аренду. В планах, парни, успехов. Я поехал свой голос искать. Гостей забили с чужой шкой. Всех с победой.